Один из самых распространенных видов внеклассной деятельности у старшеклассников – это КВН. В нем собрано все – интеллект и логика, мораль и нравственность, музыкальность и артистизм, умение общаться и быть индивидуальностью. Подрастающему поколению очень нравится участвовать в этой игре, потому что в ней они могут проявить себя, показать свои таланты, ну и, конечно, интересно провести время в кругу своих одноклассников и друзей. Вчера в зале детской школы искусств Алла Кашихаб прошло замечательное традиционное мероприятие под названием «Новогодний бум». Добрый день, дорогие гости, зрители и все те, кто присутствует в этом зале. Сегодня мы собрались с вами в преддверии самого волнительного, чудесного праздника, наставший уже традиционной игру-конкурс «Новогодний бум 2019». Игра проводится между сборными командами учащихся средних общеобразовательных школ района с целью развития лучших традиций наиболее популярного в молодежной среде жанра самодеятельного творчества и совершенствование новых форм организации молодежного досуга, а также популяризации пропаганды здорового образа жизни. В сегодняшней игре будут три номинации, три конкурса. И первый конкурс – это приветствие, коробка с подарками. Время выступления до 3 минут, включающие в себя музыкальные элементы, инсценировку и так далее, которые могут раскрыть и защитить название команды. Хочу представить наше уважаемое жюри. Давайте их поприветствуем. Это заместитель директора Центра дополнительного образования Мамукова Фарида Тимувежа. Специалист межпоселенческого централизованной библиотечной системы муниципального образования Кашихабский район Хасанова Рузана Кадырбекова. Заведующий отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования Кашихабский район Губов Рустам Исланович. Специалист по делам молодежи администрации муниципального образования Кашихабский район Губова Анжела Друбеевна. Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии в сфере культуры муниципального образования Кашихабский район Карданов Адам Мурадович. Все люди как люди, а я шика звезда. Про то, что, мол, игра на чужой территории. Мы играем, шутя, и шутим, играя. Первая школа. Самая крутая. Наша команда. Золотой запас есть в вас. Вашему вниманию небольшая миниатюра. Поехали. Один к одному. Масштаб комара 1:125. Thank you.
пальцы. Улыбнись еще сильнее. А сейчас что мы делаем? Улыбайся. Еще разок улыбнись. А что сейчас? Смеется. Скажи ей, что она самая красивая и милая. Ты моя мама. А теперь поцелуй ее. Не получится тут охранник. Не пугай его. Не получается. Ну, возвращайся. Ну и, конечно, наверное, мы сразу попросим наше уважаемое жюри выставить оценки за первый конкурс. 5, 5, 5, 5, 5. Единогласно все пятерки. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena. Hey, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Всем привет, с вами Снежная Секьюрити. Представим нашу команду. Luxury Girls, Амина и Мадина. Милана из Милана. Ада, Хламина Монада. Заринуля, голубоглазая девчуля. Аида, девушка Брэд Питта. Маринка, витаминка. Джанетка, сладкая конфетка. Амир, покорит весь мир. Айдар, божий дар. Ну и, конечно же, мы, Тимон, Покемон. И Милана из Милан. Четыре, четыре, пять, четыре, пять. Вас приветствует команда средней школы номер 3 Ауэй Гирукай. Крутой юмор! Юмор чувствующий, сердечный, всем привет! Наша команда. Листа Алиса, мисс Материнская, 2019. Ее хотели взять в шоу «Холостяк», но и так и не вручили заветную роль. Вместо нее ей вручили билет на фильм «Гуляй, Вася». Леший. Нет, это не Брэдли. Вам показалось. Или у Васька согласие. Заявка в донат «Игры престолов». Осторожно. Если он посмотрит на вас взглядом хищника, то вы будете очарованы им. Но с другой стороны, у вас появится желание сброситься с Ниагарского водопада. Красная шапочка. У нее есть красная шапочка и все. Как вы могли заметить, в корзине пирожков нет, потому что кое-кто их нечаянно слопал по дороге. Возможно, она съела и серого волка. Но об этом дневника
никогда не узнаете. Земля ему оксидом кремния, где бы он ни был. А теперь вопрос к нашим зрителям в зале. Кто проживает на дне океана? Неправильно. Это наш следующий участник Джек Воробей. Вообще это капитан Джек Воробей. А, простите, капитан Джек Воробей. Он потерял часть волос в тяжелой схватке с Хабибом Нурмагомедовым. Он получил сильное волосотечение, и волосы пришлось пересадить Снегурочке. А она как раз была лысой, как Дмитрий Нагиев. Кощей бессмертный. Хоть он и выглядит как сотрудник компании «Олимплейм», но его взяли в шоу «Замуж за Бузов». Вместе с Дедом Морозом он открыл новую компанию по производству духов «Fuckin' Now». Новые духи «Фиалка плюс один» впервые будут презентовать в Соединенных Штатах Адыгеи в мадагаскарском автовокзале «Азамат». Лицом компании будет Билли Айлиш. Слоган наших духов – «Фиалка плюс один» — это как «Шанель», но только по-адыгейски. Снегурочка — самая красивая, нежная из всех. Какой праздник обойдется без этой красавицы? Дед Мороз, в полном расцвете сил, по секрету всем девушкам полностью, имеет машину, квартиру, дачу и банковскую карту. Так, 4-4, 5-5-5. Однажды в студеную пору дед из лесу вышел, был сильный мороз. Долго бродил он по снежным сугробам, подарки детишкам он отвозил. И вдруг он увидел аул Хачинзи. Дед Мороз, Дед Мороз, обиды обуфа. Дед Мороз, Дед Мороз, возыпут дуафа. Елка цыгур кадуфа, хардакат доджа разыр. Сауагат хардакат фэхр, хонква Дед Морозер. Дед... О, я что, на КВН попал? Да! Ну ладно, я сегодня добрый, поэтому исполню ваши новогодние желания. Можно я фильм? Давай, мальчик, говори, какое у тебя желание. Я мудрости хочу. Мудрости хочешь? Будет тебе мудрость. Деньгами надо. Дедушка, дедушка, а я весь год очень хорошо себя вел. Я тоже себе подарочка хочу. Правда, вел себя хорошо? Ну, почти весь год. Еще раз подумай. Ну, немножечко. Ладно, сам себе подарки куплю. Дедушка, дедушка, я тоже подарочек хочу. Шубу себе хочу. Вот тебе обувь, делаешь себе салатик на Новый год и меня не забудь позвать. Дедушка, дедушка, я тоже. Давай, девочка, говори. Ну, не знаю даже. Не знаешь? Даю тебе год на размышление. Говори, маленькая девочка, что ты хочешь? Я фейерверк хочу. Фейерверк, маленькая девочка, хочет. Желание исполняется. Спасибо. Мы хлопушки-хохотушки, позолоченное брюшко. Сильно нас и щекотите, лопнем, брызнем конфетти.
Мы не хлопаем ушами, веселимся всей душой, а сегодня ждем поддержки от добрых зрителей большой. Всем привет! А что вы тут делаете? Вообще-то, тут КВН. Мы в школе учились и корень не знали. Но вот в КВН играть нас позвали. В дальнейшем надежда, конечно же, есть. Попасть Маслякову на Первый канал. А девиз у нас такой. В юморе мы знаем толк. Нам не страшен даже волк. Всем присутствующим, всем отсутствующим, всем сочувствующим, юмор чувствующим, сердечный всем привет! Мы самые креативные, музыкальные, спортивные. Как мы живем и как отдыхаем, что мы умеем, о чем мы мечтаем. Амир. Мое имя Бонд. Джеймс Бонд. Аида. Джанетта. Аслан. Дарина. Милан. Кайми. И Дана. Все мы заявляем открыто. Что победить, надо не расслабляться. В честной борьбе за победу сражаться. Мы веселые ребята, и не гоже нам скучать. Нам приятно перед вами сесть на сцене выступать. О чем будем рассказывать? А давайте расскажем. Нет, как... не будем об этом рассказывать. Так можно. Не может. А вот про дедушку. Отпусти и забудь. Этот день уже не вернуть. А давайте я лучше расскажу вам новости. С какой начать? С хорошей или плохой? Давай с хорошей. Хотя бы, может, ЕГЭ отменили. Да нет. Ученикам зарплату стали платить за хорошие оценки? Да нет же. Может, за участие в школьных олимпиадах стали давать научные звания? Да нет же, в нашей школе КВН. И что в этом хорошего? А то, что наша команда может получить новогодний приз. Я боюсь представить, какая плохая новость. А то, что у нас полно соперников. Сегодня день у нас такой счастливый. Сегодня КВН у нас. Соперники, мы вам желаем. Быть первым, но только после нас. Что, испугались? Нет, нам есть что вам Я
кого-то решила снять свои ноги. Помните, не важно, кто вы по статусу, ученик, студент или учитель. Главное оставаться быть веселым и позитивным человеком. С вами была команда КВН. На своей волне! Желаю удачи! 4-4-4-4-4. Спасибо! Учащийся 11 класса Андреас мечтает
о том, чтобы покорить сегодняшнее жюри. Я покорю. Сестры Осетинки, Полина и Валерия до сих пор пишут письма Деду Морозу. Энергичный, спортивный армянин Павел, он лучше всех метает снежки по девочкам. Казашка Камиля мечтает сыграть роль Снегурочки на сцене Большого театра. Екатерина, как зимняя вьюга и грива. Цвет настроения черный. 4, 4, 4, 4. Мы гадали, мы решали, как команду нам назвать. Снежный ком ее назвали. Очень просто, так сказать. Покатился ком по свету, счастья больше кому нет. Как кататься и смеяться по дорогам и лесам и однажды потеряться. Поискали тут и там, смех потерян, грустно стало. И об этом мы сейчас в новогоднем буме скажем. Так сказать, смотрите нас! Мы команда! Снежный ком! Мы команда смеха! Рассказать хотим о том, в чем секрет успеха. Стойте, братцы, погодите, не о том вы говорите. Что случилось, что такое? Потеряли смех мы, горе! Новый год уж на носу, в зале ждут нас. Я несу, я нашла вам тонну смеха, чтобы нам достичь успеха. Не теряйте больше смех, хватит нам его на всех. Пригласили нас сюда не для утешения, а чтоб смогли мы показать разные умения. Мы команда «Снежный ком», в новогодний бум идем. Будем весело шутить, отдыхать, ну и шалить. Дарим смех и настроение зрителям без исключения. Каждый получил по кому, хорошо. Теперь мы хором скажем наш девиз веселый. Много снега не бывает, выпадет, опять растает. Слепим мы большущий ком, чтоб уютно было в нем. Радости, тепла, улыбок, все, что хочешь в нем найдешь. И с хорошим настроением в Новый год скорее войдешь. 4, 5, 4, 4, 5. Спасибо. Итак, друзья мои, у каждой истории есть начало. Как все начиналось? И, соответственно, нам нужна команда. Боже, какая команда? Что мы можем? Так утомленные школой сбросили свое уныние. Мне нужны в команду люди, обладающие следующими качествами, как умный. А, умный я. 90 градусов. Я умный. Мир собой украшающий. Спортивный. Я спортивный, я. Не ты, а я. Ритмичная. Загадочный. Я загадочный, я. Модняшка. Стильный. Я стильный, вот это точно я стильный. Я. Молчи ты уже. Стильный. Модняшка. Милашка. Веселая. Грациозная. Ну и скромный. Я скромный. Иди. Все. Все в сборе. Стоп. А я? Как же я? Так, у нас команда есть, теперь осталось придумать название. Предлагаю назвать команду от мусоровой букашки или главный герц. Это не подходит. Школьники. Школа, школа. Только я слышу, нужно то, нужно это. Вы очень долго думаете, значит так и назовем. Утомленные школой. Команда есть, осталось выбрать капитана. Я капитан, я, не сомневайтесь во мне. Соня, ты нас раззадорила. Ты
потому что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей. Двигайся в такт, вот так, don't stop. Тут каждому найдется место. Повторяй себе, ты не такой, как все. И пусть никто не поймет, у нас будет точно слышно здесь. Да ты не похожи, я не похожи. Мы не похожи на остальных. Ничто не тревожит, сегодня так можно. Просто немного становиться другим. Четыре. Команды, жюри, зрители, бурные аплодисменты встречайте на сцене молодую, талантливую, способную команду «Конфетти». Снежинки конфетти, и танцуют, и кружатся конфетти. Разноцветные снежинки конфетти, и танцуют, и кружатся конфетти. Веселая и симпатичная, пестрая и артистичная, веселая, озорная, серьезная и смешная команда «Конфетти». Мы собрались для шуток и общения, обмена взглядом, словом, мнением. А кто пришел к нам только за местами, напомню пословицу. Не место красит человек, а красит место человек. Каждая команда есть свой цвет. Лишь один свой цвет. Все так хотят, все так мечтают. За смех. Вот зритель верит, пришла она, команда та, что все так ждали. На креслах, на спинках кресел в этом зале напишут наши имена. Жюри милая, жюри строгая, ты не будь жюри недотрогой. Оцени ты нас, пожалей ты нас, ведь на сцене мы только первый раз. Игру мы всей команды ждать, мы всех сумеем собрать. Смотри, чтоб снова не сбежать, сейчас их время выступать. Наш любит. Думай, пробуй и рискуй, будь и трудно, не психуй. Не лезь за сборками жюри, а проиграешь не реви. Пять. Четыре. Что сегодня у Ольги Шкизовой будет конкурс. Новогодний 2019. Мы решили не ехать вам, а прилететь на собственном самолете Ольги Братанков, чтобы не опоздать на конкурс. Уважаемые пассажиры и те, кто летит не в бизнес-классе, пристегните ремни. О, и собаку вот эту вот худую тоже можно пристегнуть. И куда же вы это все летите? Самолет первый раз летит куда-то. Мы взлетаем. Не спать. Спиночку рами, пожалуйста. Так, электронные приборы выключайте. Как-никак в самолете летим. Простите, пожалуйста, а карамельки будут разносить? Конечно, будут. Вон, смотри, видишь, как меня разнесло? Будут. Извините, а почему вы по-адыгейски не повторяете? Хорошо, я все языки выучила уже. ТББ, Рахету, Даху, Тишис. Данил, куда ты лезешь? Подарочки ж улетят. Сразу видно, первый раз летаешь. Так, а я что-то не поняла. А почему мишуру мы не взяли? Мы же идем на новогодний бум. О, Господи, какая длинная.
Мы ж уметь там будем, уметь там. А сколько часов мы будем лететь? О, Господи, я думала, это собака гавкает. Ну, на Тырбова мы пролетели. Куда ты летишь? Майский тоже, Бичипсил тоже. Уважаемые пассажиры, прошу вас, пристегните ремни. Мы совершаем посадку. Не беспокойтесь, наш пилот только первый раз за штурвалом. Да ну не надо же ставить дома там, где я летаю. К вам прилетела команда «Бэнкс». Боевые, энергичные, молодые, симпатичные. Скутер, казенок, уже встречайте. Подождите, подождите. Я же подарочки забыла. Данил, когда ты голову из окна высовывал, подарочки наши не улетели? А, вот же они! Никого не забыла! Так, я понял. Единогласно, жюри, они пятерки, ваши аплодисменты. Что будет, если ученики начнут учиться с удовольствием? Что будет, если ученики начнут учиться с удовольствием? По очереди отвечаем. Команда, чай, ответ готов, поднимает руку. Давайте, школа номер 4. Учиться апокалипсис. Случится апокалипсис. Каплан, сделай мне, пожалуйста, этот микрофон максимум высоким. Школа номер 1. Что будет, если ученики начнут учиться с удовольствием? Оценка 5 станет минимальным. Оценка 5 станет минимальным. Хороший ответ. Школа? 10-я школа. Красота случится! Красота случится! Школа? Прямая путевка в психушку. Шестая школа была. Школа. Восьмая, да? Ну, такого, конечно, не может быть, но если такое случится, то все будут похожи на меня. Вот так, вот так. Школа. Седьмая школа. Будет полный джингл Беллс. Будет полный джингл Беллс. Пятая школа. Учителя лишатся своей работы. Лишатся своей работы. Так. Кто ответ еще? Вторая школа, да? Динозавры оживут. Динозавры оживут, если ученики так начнут с удовольствием. Конечно, можно. Первая школа. Так, пожалуйста. Школа. 11. Что будет, если ученики начнут учиться с удовольствием? Учителя уйдут на пенсию, да. 12-я школа. Контрольные превратятся в праздник. Круто. Контрольные превратятся в праздник. 5-я школа. Это случится, когда рак на горе свистит. 3. Что будет, если ученики начнут учиться с удовольствием? Такого никогда не будет! Вот так вот. От души прям ответила. Что будет, если ученики начнут учиться с удовольствием? Нужно. Мир превратится в большой, огромный компьютер. Красота – страшная сила. Школа. Она спасет мир? Я постараюсь. Школа какая? Шестая, да? Шестая школа. Первая школа, слушаем ответ. Говорят, что красота спасет мир. Говорят, что красота требует жертв. Если это так, то я красота. А мой парень – это жертва. Неплохо. Школа номер 4. Внимательно слушаем ответ. Красоту может спасти только жюри.
красоту может спасти только жюри. Школа. Девятое. Слушаем ответ. Я попробую, но не обещаю. Если красота внутренняя, то да. Одиннадцатая школа. Восьмая. Красота – страшная сила, я спасу вас. Седьмая школа. Слушаем ответ. Ну мы же его как-то спасаем. Школа номер два. Ваш ответ. Если, конечно, косметику дома не забыть. Если, конечно, дома косметику не забыть. Номер пять. Спасет мир, но только в мире хорошо. Спасет мир, но только в мире. С помощью фотошопа. С помощью фотошопа. Так, давайте. Школа номер 12. Тут я рядом. Десятая школа. Давайте послушаем ответ. Ну, если посмотреть на наших коллег, то видно, то, что красота, во-первых, сила, во-вторых, страшная. Школа номер 3. Внимательно слушаем ответ. Конечно, Ким Карандашам снова. Мероприятие, как обычно, прошло зажигательно и весело. Из зала участников поддерживали неравнодушные болельщики. По итогам конкурса, который состоял из трех номинаций, призовые места были распределены следующим образом. Третье место – СОЖ номер 12, хутор Казёно-Кужорский и 4 тысячи рублей. Второе место – СОЖ номер 5, Аубли Чепсин – 6 тысяч рублей. Первое место – СОЖ номер 1, Ау Кашехабль – 10 тысяч рублей. Призовой фонд был учрежден администрацией Кашехабльского района. Мы, в свою очередь, поздравляем призеров и победителей. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашехабльского района.